И вот такие вот у нас лепесточки получаются. Мы потом их объединяем, склеиваем. Лепестки у детей получаются быстро. Теперь задача – сформировать целиком цветок, добавив стебель. Такие поделки отлично развивают мелкую моторику и воображение. Ромашки сегодня – главный символ праздника. Ребята эти ромашки замечательно забрали вместе с собой домой и подарили своим родным, бабушкам, дедушкам и родителям. Это лишь одна из творческих площадок Дня семьи, любви и верности, которые отметили в парке героев 1812 года. Детям раздали шарики, гостей мероприятия развлекала ростовая кукла «Тигр». А на сцене в это время выступили местные творческие коллективы. Большую площадку организаторы подготовили и для любителей спорта. Здесь развернулся фитнес-джампинг. Такая активная кардиотренировка оказалась по душе и взрослым, и детям. А эстафета «Мама, папа, я» – спортивная семья еще больше объединила родных людей. Алтынай Урумбаева, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцова».